Сегодняшняя недельная глава — это Тольдот. Бытие, глава 25. Мы сейчас прочитаем то, что Элихен спела. Со стиха 19 до 23. Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ребекку, дочь Фавуила, армянина из Месопотамии, сестру Лавана, армянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ребекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем и два разных личных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и большой будет служиться меньшему». Здесь все очень интересная история. Самой обычной еврейской семье. И вся эта глава рассказывает о еврейской семье, которая очень важна нашему народу. Мы вечно говорим о наших сыновьях, о наших отцах Авраам, Ицхак и Яков. Это очень важные персонажи в нашем народе. И мы хотим немного научиться от них, поучить о них, потому что они были самые обычные люди, как и мы. И здесь есть очень много чего поучительного. И в этих стихах, которые мы сейчас читали, есть разговор с Богом. И Бог говорит, что будет с этими детьми. Ревека получает это пророчество. И, конечно, Исаак знал об этом. Исаак знал, что эти дети будут очень необычные. И в 23 стихе написано, что старший будет рабом младшего. И это очень понятно, потому что Бог сделал свой выбор. И все знали это, и Ревека, и Исаак. И мы перепрыгнем на стихи 27-34. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, изверловстве человеком полей, а Яков человеком коротким, живущим в шахтах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исаву Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал от всего данного ему прозванного едом». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первоводство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первоводстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне». Теперь же он поклялся ему и продал первоводство свое Иакову. Давайте сейчас разберемся в этом. Сейчас мы видим что-то духовное, мы видим разные послания. Сейчас мы видим, что это что-то физическое. И здесь есть несколько фактов. Есть два ребенка.
Яков предпочитает Исава. Ривка мадифает Ицхак. Ривка предпочитает Ицхака. Исав у Ишель Садот. Исав он человек полей. Мы берем хазак казы. Такой сильный, накачанный, как гевер. Мужчина. Ицхак у Мо бен шель има. А Ицхак он больше как сын матери. И он сидит в палатке. И более-менее учит все, что происходит вокруг. Как те... Ботаники. И все, что происходит, он больше привязан к своей матери. И мы видим, что у каждого из персонажей есть физические свои желания, мысли. И каждый хочет делать то, что ему хорошо. Есть прямо один очень интересный сериал, как в каналах Viva. А, это и есть тот самый сериал. Есть семейная связь, если мы будем смотреть это, на это как-то сериал, это даже очень интересно. Исаак понимает, что есть очень важная роль Бога в его жизни. И он решает помочь Богу. Он не хочет ждать, он хочет, чтобы старший сын прямо сейчас уже все понял. И как мы видим, Исава ничего больше не интересует, кроме того, что он хочет есть. Он сосредоточен на то, что на его физическом состоянии, если ему будет хорошо или плохо. Он не понимает то, что как старший брат, у него нет. Он не понимает этой ответственности, что на него легла. Ведь он может помогать, быть голодным, уставшим. И когда Исхак сказал ему: «Окей, хорошо, я тебе принесу еды». И ты мне принесешь свое старшинство. Он может просто дать ему пощечине. И тогда Ицхак пошел бы плакать маме. Но Исав забрал бы еду и ушел. Это могло бы произойти. Но он не подумал об этом. И он продал что-то очень важное и святое. И он продал что-то очень важное и святое за ничто. И все это было потому, что он был сосредоточен на себе. Иногда это происходит очень часто в нашей жизни. Когда мне плохо, когда мне больно, я хочу, чтобы это прекратилось и прекратилось сейчас. Я не думаю больше в духовном состоянии, есть ли есть какие-нибудь планы на это состояние. Может, есть какой-то урок, который мне нужно выучить. Я делаю все, весь этот физический путь, чтобы этот плохой, это плохое состояние прекратилось. Мы видим, чтобы наша вера росла. Нам нужно терпение. Через этот путь терпения мы видим и приходим к тому, что Бог хочет. Если у нас проблема сосредоточиться на Боге,
Значит, решение будет от Бога. Но если в нашей проблеме будем сосредотачиваться над людьми или над самим собой, решение будет. Решение будет, но оно будет человеческое, и оно будет ниже уровнем. Путь он нелегкий. И если мы прочтем, из книги Матфей, глава 6, стихи 33-34. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дней своей заботы. Бог говорит, что не важно, что у вас есть в жизни. Ищите мое царство. Там решение. Это очень тяжело иногда делать такую вещь. И каждый может сказать по своему ситуации. Если человек болеет дома или это финансовая проблема. Ты хочешь решить эту проблему намного быстрее. Ты не хочешь сейчас молиться или искать Божье веление, потому что ты тратишь время. Есть стих, который говорит о том, что на Бога полагайся, а не на свое, решение. Делай то, что кажется нелогичным. Останови все. Помолись и поищи решение у Бога. И в конце концов решение придет. Если Бог видит, что ты ищешь ответ у Него, то Он даст тебе ответ. Если мы намного лучше знаем Бога, то будет намного легче на Него опереться. Мы правда верим в то, что мы не видим, но то, что мы знаем. И это и правда нелегко, потому что в этой проблеме нужно решать все с Богом. И Исаак не думал какой-то большой план Божий. Он просто хотел спать. Он хотел быть первым. И он думал, что, может, у Бога есть план о том, что хотел быть первым. И это очень волнующе быть первым, потому что я был выбран. Он решил помочь Богу и хотел дать толчок, чтобы это было все скорее. Но вот этот вот толчок просто разрушил всю семью. Ну и в Бытие, глава 26, первый стих. «Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был в дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Первое предложение — это «был голод». Был голод, и было очень тяжело. И каждый подумайте о своей семье. У вас есть дети, у вас есть жена. У вас есть дом, у вас есть платежи.
И вы, как самый главный в семье, должны стоять в этом, и вы должны решать все, вы должны платить за все. А теперь подумайте, какая большая ответственность стояла на Исааке. Он говорит, тут у меня есть проблема. Мне нужно ее решить побыстрее. У меня есть рабы, у меня есть дети. У меня есть овцы и скот, который нужно кормить. И чем больше у тебя есть денег, тем больше у тебя проблем. Сейчас у него не было ничего, но у него была большая ответственность. И он находится в большой проблеме. Но он, да, делает то, что Бог говорит ему. В главе 26 можно увидеть то, что он говорит, не иди никуда, оставайся там, где ты находишься. Я сам о тебе позабочусь. Исав не знал, что он делает, но он слушался Бога. Он, конечно, боялся, но он знал Бога, и из-за разговора он все же послушался ему. Но в дальнейшем мы видим, что он врет. И делает то же самое, что его и отец, и говорит, что Ривка — это его сестра. Ну, это не совсем вранье, но Ривка была его дальнейшей родственницей. И неважно, несмотря на этот разговор с Богом, он все равно боялся, что с ним что-нибудь произойдет. Он все же человек, и у него есть мысли, у него есть чувства, и каждый может его понять. Каждый может влиться в эту историю. И нам надо работать над собой, когда у нас есть страх, когда нам что-то непонятно. Потому что нам нужно понять одну простую вещь. Что Бог не приносит страха. Враг приносит страх. Бог приносит веру и надежду. И он дает свое слово. А враг дает страх. И когда мне происходит что-то неприятное, что-то плохое, и если во мне больше страха, чем надежды, то мне нужно делать намного больше работы, чтобы это прекратить. Мы должны знать себя и знать того, в кому молимся. Мы продолжим на том же главе... Нет, глава 27. И там мы видим, что там есть просто кража этого благословения. И это как опера, мыльная опера, Ривка помогает своему сыну соврать отцу. А брат его врет своему же брату. Хотя хоть знал, что завтра он уже... что ты продал мне это. Это первородство уже мое. Зачем мне опять идти обманывать моего отца, если я уже купил за чечевичную кашу?
ועשיו בכלל לא בתמונה הזאת. ועשיו בכלל לא... עשיו זה עכשיו не в этой картине. וצריך לדעת מה עושה יצחק בפסוק 3 ו-4. И нужно знать, что делает Исаак в стихах 24 и 27, פסוק 3 ו-4. Глава 27, стихи 3 и 4. «Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде чем, нежели я умру». Значит, что он делает на самом деле? Он отсылает своего сына, чтобы тот принес ему еды. И его... Его намерение — это то, чтобы он благословил его, как и хотел. Что это неправильно. Он знает, что все первородство прошло, далось Якову. И здесь видно, что каждый из персонажей в этой истории делает что-то другое, что ему нужно. Каждый делает то, что ему хочется. Без того, чтобы кто-либо понимал, что он делает на самом деле. И Бог просто наблюдает за этим. Я ему уже говорил, что, прежде чем дети родились, что будет? Кто старший, кто будет рабом у кого? И он просто смотрит на всю эту картину и смеется. Потому что в конце концов будет то, что он решил. И если один из них хотя бы помолился бы Богу, все бы было намного легче. И решение было бы намного лучше. И, возможно, у них бы получилось не разрушать свою семью. Да, мы сейчас, конечно, мы сейчас это читаем, нам очень легко судить их. Но то, что мы читаем, нам нужно переводить в нашу жизнь. Иногда мы ломаем голову, чтобы решить какую-то проблему в нашей жизни. И забываем о том, что Бог смотрит и наблюдает за нами, и понимает о том, что мы проходим. И ты продолжишь ломать голову. Но, может, ты все же обратишься ко мне, ведь я тебя привел в эту ситуацию. Ведь я хочу, чтобы из этой ситуации ты вышел по пути тому, которому я дал. Потому что решение у меня в руке. Просто попроси. Хватит быть одним, попроси. Если ты верующий человек, прежде всего твое решение находится здесь. Это легко сказать, но трудно сделать. Но нужно попробовать. И поэтому нам нужно понять в того, кому мы верим. В той же самой сложной ситуации Бог говорит: доверься мне. Враг говорит: не доверяй ему, делай быстро, у тебя заканчивается время. А решение за нами. Я закончу псалмами 90. Стихи от 1 до 4. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, приближение
прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истинны на его. И это наш статус. Там мы живем. Мы живем под крыльями Бога. И написано, что Он все может. И Он дает нам это благословение. И спокойствие. А спокойствие и благословение нам нужно везде. Если мы продолжим читать Псалом, написано, что будут поражения, будут сложные ситуации, и будут страхи, и будут нападения. Но какая разница? Я с тобой. И я собираюсь тебя защитить. От всего. Потому что это мой план. Это не значит, что он не придет. Он придет. Пусть придут. Это хорошо. Это как каждый солдат, что вот-вот пойдет служить. Он идет в армию, чтобы биться. Это не значит, что в него не будут стрелять. Будут стрелять. Но он верит в то, что он профессионал. И у него есть хорошие главари. Командиры. И он выигрывает в войне. И если бы он не хотел быть солдатом, он бы не пошел. И как уже написано, мы в духовной войне. И Бог говорит, я тебе приношу все твои, все способы, чтобы ты победил в этом. Значит, да, есть война. Но он поможет нам ее пересечь. Поэтому нам нужно быть верующими. По-настоящему верить в Бога. Не просто говорить слова, что вот я верю. А по-настоящему действовать. Иногда надо продвигать свой путь в те места, в которых ты еще не бывал. И вот это то, что мы учим от этой еврейской семьи. Были проблемы. Были грехи. Были возвращения, покаяния. И в конце концов у них получилось. Как каждый из нас, который тут сидит. И они зашли в книгу истории и просто создали народ. Они просто были людьми, как мы. И каждый раз, когда нас что-то атаковывает, давайте прежде всего просто обратимся к Богу. Аминь.